человеку, который совершает вуду, желательно ему после вуду сказать «Ашхаду алля иляха илляла, вахдаху ла шарика ла, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху». Что сказать после вуду? «Ашхаду алля иляха илляла, вахдаху ла шарика ла, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху». Вот эти вот слова, то, что передано в обоих сахихах, и в Бухари, и у Муслима. Желательно к этим словам еще добавить то, что приводится от Тирмизи. Какие слова? «Аллахумма джаальни минат таввабин, ва джаальни минал мутатахирин». «Во Аллах, сделай меня из многокающихся и из очищающихся». Помимо этого, желательно сказать то, что приводится у Ан-Наса и в его книге «Амалю льем валей». Пророк, алейхиссалату вассалям, слова «Субханак Аллахумма ва бихамдик», «Пресвят ты, Аллах, и хвала тебе, ашхаду алля иляха илля ант вахдака ла шарика ла», свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме тебя, единственного которого нет сотоварищей. «Астагфирука ва атубу илейк», «Прошу у тебя прощения и каюсь перед тобой». Этот хадис, мы сказали, приводится он на Сахи, да? «Амалю льем ва лейла». Там сказано, Пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Ман тавадда факаля субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду алла иляха илля ант вахдака ла шарик, астагфирука ва атубу илейк». Сказано, эта вещь будет записана в фирак, будет записана в свитке, будет записана и поставлена печать, которая не вскроется до судного дня. Аллаху Акбар. То есть ты совершил, когда вуду, и сказал эти слова: «Субханака Аллахумма бихамдик ашхаду алла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк». Так, или добавить «вахдака ла шарика ла». Сюда. Ты сказал эти слова, что будет? Сказано: «Кутиба фирак». Это будет записано на свитке, в книге. И эта книга будет запечатана, печать на нее будет поставлена. Ты сказал, поставлена печать на этой книге, на этой записи. И все, и отложено для тебя. Когда будет вскрыта эта печать? Судный день. Итак, что произносится после вуду? Ашхаду алла иляха илляллах вахдаху ла шарика ла. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, единственного, которого нет сотоварищей, что Мухаммад раб его и посланник его. Добавить к этому желательно: Аллахумма джаальни минат таввабин ва джаальни минал мутатахирин. Аллах, сделай меня из кающихся и сделай меня из очищающихся. Желательно добавить то, что Ан-Насай. Какие слова? Субханака Аллахумма бихамдик. Ашхаду ля иляха илля ант. Пречистый Аллах и хвала тебе. Свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме тебя. В некоторых версиях вахдака ля шарика лак. Единственного. Ты единственный, у которого нет сотоварищей. Астагфирука ва атубу илейк. Прошу у тебя прощения и каюсь перед тобой. Вот эти вот слова.